И звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Да, слушаем вас. Я хотел про свою семью, кризис своей семьи. У меня был один единственный кризис, да? Какой? В моей семье. Вот я приготовил для себя, да? А кот сожрал, понимаете? Вот я хочу... Да, Владимир. Я подозревал, что кризис связан с котом. Я просто не знал, что кот настолько вероломен, что ест то, что должен был бы есть хозяин. Он же вообще не думает даже о себе. Надо накрывать все время, понимаете? Вот я хочу дать совет, чтобы накрывать обязательно крышкой. Вот и все. Да, иногда даже кота просто сажать в соседнюю кастрюлю и тоже накрывать крышкой. А Кухлачев именно это и делает. Мне кажется, у него есть номер, где как раз вот одна из кошек у него все время залезает в кастрюлю. Сергей, я не могу, Владимир сделал мой день просто этой фразой. Хорошо. Что единственный кризис — это то, что кот сожрал. Владимир, вы счастливый человек.